Здравствуйте, видеообзор на детские санки от российского производителя Ника. Перед вами модель Тинка 5 Junior Comfort. Данные санки имеют всего лишь одно отличие от базовой комплектации Тинка 5 Comfort. К примеру, мы взяли двое санок Тинка 5 Comfort и Тинка 5 Junior Comfort. Как видите, ширина полозьев отличается. Здесь будет 3 см, здесь будет 4 см. Габаритные размеры данной модели в длину не будут составлять 84 сантиметра, ширина 40 сантиметров, высота от пола до ручки будет 90 сантиметров, от сидения до спинки 22 сантиметра. Ручка у нас перекидная, прорезиненная сверху. Санки можно катить в двух положениях. Как видите, лицом вперед достаем ручку, ставим другие отверстия. И катим лицом назад. Вставляется очень легко. Посадочное место пассажира состоит из 7 дощечек. Последняя из них стоит под углом. Длина будет 46 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Также предусмотрен ремень безопасности, легко отщелкивается. Кроме ручки толкателя есть такая веревка, мы ее можем продеть и тянуть санки за собой. Спинка съемна, для этого нужно будет здесь выкрутить два винта и вытащить спинку. Также в комплектации здесь предусмотрено два колеса. Данные колеса нужны для преодоления асфальта. Всем спасибо за внимание, катайтесь с удовольствием. До свидания.